Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Ну что же, как я обещал, я заточил себе полностью оружие, заточил себе броню, шлем. Единственное, что осталось, это магию и купить себе новые сюрикены. Но я этого не стал делать, потому что денег не хватает и драться уже, грубо говоря, негде. Так, ну что, попробуем с вами одолеть Сёгуна, отнять у него его оружие, ну а потом пойдем попробуем пройти врата теней. Не знаю, что из этого получится. Будем проверять. Сёгун. Я уже до этого поиграл 10 боев где-то и все сфейлил. То позвонили не вовремя, то еще что-то. Так что попробуем сейчас. Первый раунд должен быть нормальным. Здесь я его всегда побеждаю. Начинается на втором, на третьем, когда он вызывает своих помощников. Слушай, тут, по-моему, даже и первый раунд я не смогу пройти. Хотя, кто его знает. Давай, вставай, олух. Ну, естественно, естественно. Ты начинаешь тут заниматься всякой ерундой. Бросочек. На, ах ты! Ну, все, поехало, да? Все, успокоился. Бросок. Так, ребят, есть шанс. Есть! Или был. Да чтоб тебя, а! Да ты не оборзел ли, а, братюня? Давай, поехали. Так. Опять же повторю, друзья мои, здесь нету у него помощи. Здесь довольно все просто и легко. Дальше будет, конечно, жесть. Все, а, нет, не все. Промахнулся. Отлично, заколбасил я его. Ну, а вот сейчас начинается действительно жесть. Потому что он будет применять свои заклинания. Куда ты там ушел? Ага. Сейчас, вот началось. Промахнулся. Да ладно, его напарничек промахнулся, зато он мне сделал бросок. Нет, нет, нет. Как ты меня раздражаешь, а? Сёгун, Сёгун. Чёртов бросок. Так, ребят, наверное, делать надо кувырок. Сделал на свою голову. Сейчас еще и поджарят меня. Трындец. У меня уже просто бомбит. Просто бомбит. Я уже так хочу тут, я не знаю, трехэтажный ложить, но я держу себя в руках. Я стараюсь, друзья мои, я стараюсь, потому что, сам понимаешь, могут смотреть и детишки, и все подобное. Но вот когда такая дичь происходит, тут, как говорится, уже нравы какие-то на задний план уходят. Ну! Естественно, засранец сзади бомбит меня. И вот это вот поглощение брони у него бесявое. Вот сейчас секунду на секунду появится приспешник. Где он там? Не надо. Ну все, тут я уже сам виноват, друзья. Тут я уже был сам виноват, потому что фигню сделал. Я отошел, я думал, что будет напарник у него, но, видишь, он сделал заклинание. Столб огня, который меня очень хорошо прожарил. Тут, знаешь, как получается? Чисто рандомно. Тебе может повезти, что напарник промахнется, да? А может не повезти, который тебе нанесет офигенный колоссальный урон. Вот сейчас, например, повезло. Так, ладно. Уходим. Поехали. Чёрт твой. Ну ты серьезно? Блин, у меня нет слов. Ладно, колбасим его. Другого варианта все равно нет. Так, нормуль. Все, распечатали, короче, меня. А я ему даже урона колоссального не нанес. Ты промахнулся, засранец. Ну, тут он меня подрезал, да. Друзья мои, ничего с этим не поделаешь. В бой. В бой идут одни старики. Ну, тень у нас не старик. Он еще моложавый. Не хватает нам немножечко везения. Вот и все. Чуть-чуть буквально. Что? Что это было? Эй, ты засранец, ты не обурел ли? Ты не обурел, я тебя спрашиваю, а? Нет, ну тут я его вряд ли, ребят, смогу в кулачном бою победить. Не, постараюсь, конечно. Ну, шансов, конечно, здесь очень и очень мало. Очень мало. Все, ты успокойся, а? Не могу ничего с ним сделать.
смотри, он меня просто своими прыжками одолел, а? На... Нет. Все, ушатал он меня. Говна кусок, а? Раунд 2. У нас с тобой раунд 2. Поехали. Ага. Че, приуныл-то сразу, а? Ну, конечно же, поглощение брони. У тебя же оно бесконечное. Просто бесконечное. Ты можешь сколько хочешь их влепить, правильно? На тебя не распространяются законы игры. Так, секунду. Ага. Что? Труханул малька, да? Ладно, первый раунд был за ним. Второй, наверное, будет за мной. И мы с ним сравняем счет. Так, разогрелся, да? Промах... Как он мог промахнуться, ребята, со своим сюрикеном? Вот объясните. Сейчас вот, например, я не мог по нему попасть. А сейчас комбинация его прошла. Ты посмотри, когда он делает фул комбу, сколько у меня отнимается здоровья. Практически большая часть половины. 1-1. Ну что, готовимся к жести? Готовимся к жести, друзья мои. Куда ты? Две сальтухи он успел сделать. Ладно, тихо-тихо, ребят. Не испугаем удачу. Промахнулся кусок говна, да? Ага. Нормуль. Давай дальше. Ну понятно, вот самый противный — это, конечно же, чувак с копьем, с Магарьяри, который появляется. И против него, ну, никак не увернуться. Кто там? Тут бесполезно что-то делать. Так, секунду. Поехали. Вон он двигается. Промахнулся. Хорош. Хорош, я тебе сказал. Друзья мои, только бы не было бы помощничка бы. А он летит. Ну, есть. Фух, второй раунд, друзья мои, за нами. Господи. Мне просто повезло, что два раза, которых призывал он помощников, они промахнулись. Ну куда ты отходишь-то? Естественно, с поглощением. В спину удар. Давай попробуем так. Он, естественно, это дело переждал. На, по спине, блин. Да ты достал, ты че, через каждую секунду ты вызываешь этих говнарей своих, блин. Через каждую секунду, блин. По идее, ребят, ну если я его бью, бомблю, да? По идее. Хорошо, что он сейчас промахнулся. Тунс! Получил чакрамом в харю. Здесь крупно мне повезло. Ты с этим не можешь не... Нет, нет. Это что такое? Ты посмотри. Он вызывает постоянно. Постоянно. Я ничего не могу сделать. Вообще здесь нереально победить его. Это что, так должно быть, что ли? Единственное, что здесь может мне помочь, это только, ну, офигенно быстрый дамаг. Офигенно быстрый дамаг. Давай попробуем, может, попадет он. Да, он не попал. Опа. Вот это сейчас хорошо было. Бросочек. Естественно, он никакого урона не получает. Я зато получаю. Давай, 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 давай. Ну, ну как так может быть? Ну. Давай, жмем, жмем, жмем. Это плевать. Это плевать, ребята. Да неужели он еще... Есть! Все, ребята. Все. У меня сердце сейчас колотится, как я не знаю что. Как, наверное, у кролика. Все, друзья мои, мы с вами выиграли. Я отобрал его оружие. Господи, чего мне это стоило, а? Сколько нервов, господи. Фу, мне ж потрясывает. Так, ладно, давай посмотрим, что мы с тобой. А, так они... Слушай, они будут немножечко похуже. Но если их прокачать, предположим, да? Тут мы видим, есть способность. Так, каждый нанесенный удар может увеличить урон от следующего удара.
Не знаю, не знаю. Меня пока устраивают, в принципе, вот эти вот тонфы. Очень даже неплохо они себя проявляют. Ну что, остается нам с тобой идти на врата теней. Че, опять нервы? Опять истерика. Так, индикатор здоровья скрыт. Это, конечно, понятно. Ну ладно, погнали с тобой. Надо нам пройти всех этих обалдуев. Умудриться как-то. Так что, вперед из песни. Первый у нас это рысь. Его главное подпустить поближе к нам. Не... Блин, что? Что это за... Ага. Кто кого там бьет, не пойму. Ага, ребята, есть шанс, ну. Так, он ускользнул. Есть, я его выловил. Короче, он ночной режим врубал, да? Так, дальше у нас идет отшельник. Потом мясник. Здоровье у нас вроде бы пока нормуль. Давай попробуем забомбить отшельника. Его тоже лучше всего бить вблизи. Так, есть зона отхила, да? Да что ты не успел, блин? Куда? Да ёп... Ты вставать будешь или нет? Ну, блин, трындец, друзья мои. Хорош, дедуля, блин, ну хватит уже. Да как, почему? А старый хмырь, а? Попадает еще, умудряется как-то по мне попасть, а? Я в офиге немножко, ребята. Врата, блин, теней, а? Что-то не задалась игра у меня. Ага. Прогибчиком, отлично. Поехали дальше. Нет, он промахнулся. Да как так-то? Ты будешь, блин, вставать-то быстрее, ёб твою медь, блин. Тварь ты вонючая, а? Нет, все, меня ушатали. Меня, ребята, ушатали, короче. Я манал такие условия ихние, дебилистические, блин. Что просто не попасть по нему. Вот, попал, наконец-то. Так офигли у меня здоровье. Я представляю, что будет со вдовой. А что будет с самим Сёгуном в конце? Ё-моё. Мясник. Ну, с этим парнем все понятно. Тут только лишь скорость. Тут только скорость решает, и все, ребят. Да почему у меня отказало управление, блин? Пипец, блин. У меня просто отказало управление. Ну, естественно, самый... Слушай, может быть, это такое условие здесь? Ну все, жирный, ну хорош, просто это прыгать здесь. Нет, 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 ребята, не то все. Заново, конечно же, заново. Я офигею с этого дурдома. Ну как тут можно спокойно играть? Ну как? Кто-то написал мне, Рэй, ну успокойся, это всего лишь игра. Да я знаю, что это всего лишь игра, ребят. Ну когда ты, блин, по 3-4 часа, блин, проводишь в этих поединках, и у тебя уже просто подгорает одно место. Для тебя это уже не просто игра, это уже для тебя дело принципа, когда становится, да? Либо ты, либо враг тебя. А давайте еще на Сёгуне сделаем этот затемнение. И будет нормально все. А почему бы и нет? Да, конечно. Окей, давай, отшельника также нужно быстро-быстро его победить. И также мясника, и осу, и вдову. Отшельник, конечно, да, паразит еще тот. Вначале тебя уронит, потом активирует свое заклинание, и ты фиг в плане. Какое, блин, оружие мне дали? Вы че? Вы сейчас серьезно, блин? Да ну. Да что, блин, опять вот эта вот требуха, ребят, начинается. Естественно, он знает, что надо делать. Да ты заколебал уже, блин, а? Старое говно, блин. Все.
На тебе бросок. Так, поехали. Слушай, он достал. Он достал каждый раз, когда только встает с земли, начинает свою магию делать. Я не попал, но зато ему... А почему бы и нет? Ну как же так-то? Как же так отшельнику и не дать возможности по мне попасть? На! Слушай, дед, а у тебя не слишком ли много здоровья, а? Хлыщ ты такие. Бросок сделал мне... Что, начинается, да? Нет. Ну почему, блин, ты не попал-то? Господи, ну что за... Я не могу. Я не могу, ребята. Меня просто вымораживает это все. Мои удары нифига по нему не прокатывают, а? Давай его нафиг в углу этим. Куда ты полетел? Куда ты полетел? Тебя сп... моих нервов не хватит. Я думаю, еще и по времени про... Еще и проиграл по времени. Парасоте. Ай, друзья, друзья. Это трэш какой-то. Я не могу справиться с отшельником. Так мало того, что мне еще дают фуфловое оружие, оказывается, ты понимаешь? Я думал, что я останусь со своими... Со своим вот этим оружием. Но видишь, как происходит. Все абсолютно не так, как я хотел. Все абсолютно идет против меня. Своими дебильными условиями, да? Рысь, как один из самых первых боссов, он, ну, понятное дело, легкий. Отшельник, в принципе, тоже должен быть, ну, легким. Но ты видишь, у меня ничего не получается. Сколько я буду перепроходить эти уровни, я не знаю. Но я дальше не двинусь, пока их всех не завалю. Это я тебе точно говорю. Давай, хлыщ, старый пердун. Поехали. Так, он что здесь? Отхиливается? Отхиливается, ребят, в этой территории, вот, в зелененькой. Он отхиливается. Единственное, что меня радует, то, что мне дали мое оружие. То есть мне не поменяли там на какие-нибудь дадау или еще что-нибудь в этом роде. Слушай, старый, давай, хорош уже тут дурковать уже. Мы с тобой и так слишком долго... Нет, 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 нет. Ага, подсечки, понятно. И что ты лежишь там 3 часа, придурок, вста... Все-таки в этой игре, ребята, очень-очень много багов. Очень, просто тьма тьмущая, ты понимаешь? Есть, наказали. Так, теперь кто у нас? Теперь мясник. Ну, с мясником все понятно. Ребята, держим его рядом с собой. Не попадаемся под его мощные супер вот эти удары. Ну и, конечно же, меня раздражает моя магия, которая у меня в данный момент есть. Это метеоритный этот дождь. Так, тихо, тихо, тихо. Ёпрзата, за ринг вышел, я его даже не увидел. Так, ну что, друзья мои, мясник. Давайте подготовимся. Так, сразу посмотреть надо условия, наверное, да, я так понимаю? Слету, так скажем. Давай посмотрим. Хопа. Так, убывающие в указанной области здоровья. Понял? Убывающие в указанной области здоровья. То есть мне там лучше не стоять. Готов, мясник вонючий. Так, дальше у нас идет оса. Оса стервоза. Ну что, если мы будем ее рядышком с собой держать и не позволять ей стоять возле стенки, в принципе... Блин, а я еще и в рукопашку, вы серьезно? Еще нет ударов руками! Только удары ногами. Лучше, блин, не придумаешь. Лучше, друзья мои, и быть не могло. Все, да? Пошло, поехало. Распечаточка. Так, ладно. Возле стенки ее, конечно, нежелательно держать. А! Все?
блин, вонючий, а. Я так и понял. Не надо, блин, вот это вот делать. Тварь ты такая. На, промахнулся еще. Я еще, ребята, и промахнулся. Так, поехали. Ну, да осталось-то ей тут. Да куда ты делаешь? Не то надо было. Готово? Да, друзья мои, оса подбита. Офигеть, без оружия, плюс ударами ноги. Так, ладно, вдова. Фу, что у нее сейчас придумает? Мне дадут мое оружие, мне нужно оружие, блин. И желательно мое, а не какие-нибудь там мечи и копья. Спасибо, хоть на этом. Так, друзья мои, что за условия? Бой в темноте, вы серьезно? Так, немножко не то делаем, ладно. Поехали. Что она там еще восстанавливает? Давай, 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 давай. Не пойму, кто там кого бомбит, блин. Давай, чуть-чуть осталось. Рейчик, давай, родной, ну. У нее вампирик врубился. Есть контакт. Фух, ну и сам Сёгун. Со своими помощниками, конечно же, да? Я больше чем уверен. Ну-ка, посмотрим, во-первых, на условия. Посмотрим на условия сейчас. Тихо. Бой в темноте, зашибись. Ну какой, блин, бой в темноте? Ну, естественно, еще и помощники. Куда бью, кто? Ребят, вам не кажется, что это, ну, это чересчур? Давай, последний. Есть! Друзья мои, это свершилось. Это свершилось. Запечатано, я получил достижение 7,5 миллионов голды. Слушайте, я просто не представляю, если такое будет и в оригиналке. Это что там будет твориться? Жесть. Мы сильнейшие воины из тех, что видел этот свет. И мы не смогли победить тебя. Кто ты? Ни у кого в этом мире не может быть такой силы. Это не конец. Однажды мы встретимся вновь, тень. А пока упивайся своей победой. Врата теней наконец-то. Их ужасный вид не для простых смертных. Теперь у нас есть все, чтобы закрыть их. За исключением одного. Лишь человек из плоти и крови может использовать печати. Я бы мог попытаться, но я слишком стар. И хотя я все еще способен разбить кирпич кулаком, сил в моем теле с каждым днем все меньше. Не надо на меня так смотреть, ребята. Вы мне нравитесь, но я не готов ставить на кон свою жизнь или же становиться очередной тенью. Счастливо оставаться. Значит, осталась только я, сенсей, проныра. Сейчас не время каждому бояться только за свою жизнь. Нет. Ну и ладно. Кому нужна ваша помощь? Вперед, тень, мы должны идти. Опа. Это, я так понимаю, мы открываем врата. Так и есть. Мы с тобой использовали печати, которые собирали, да? Давай, Мэй, держись. А, ее засасывает туда. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ать. Да ну нафиг. И закрывается, да серьезно, что ли? Ты-то еще кто-то такой ржет мне тут. Повелитель врат, что ли? Что это у нас? Нет, только не Мэй. Как так вышло? Такого никто не ожидал. Соболезную тебе, тень. Мне очень жаль твою подругу. Я так и знал, что все плохо кончится. Теперь, чтобы спасти Мэй, нам нужно открыть врата. Сам не верю, что говорю подобное. Но как нам это сделать? Печати. Похоже, они как-то связаны со своими бывшими владельцами. Нам придется заново встретиться с каждым. Может быть, тогда нам удастся сломать печати. Ты шутишь? А, что я говорю? Конечно же, ты не шутишь. Кто у вас был первым в списке? Рысь?
Думаю, стоит нанести ему визит. В плане. Интерлюдия. Я только про нее слышал. Но... сам даже не знаю, что здесь будет происходить. И я пытался купить нам немного провизии, а мне швырнули мои деньги обратно и потребовали убираться, пока цел. Оказывается, в ходу новые платиновые монеты. Но я быстро нашел несколько местных недотеп и выменял у них старые деньги на новые. По неплохому курсу, иногда я сам поражаюсь своим талантом. Так, друзья мои, мы с вами получили новый 38 уровень. Ух ты, просветление. 10% шанс избежать смертельного урона, восстановив 25% здоровья. Вау, а это? Блокирование удара противника дает 30% шанс получить плюс 50% к урону на 2 секунды. Ну это фигня какая-то, зеркало. Вот, я думаю, что надо. Окей. Можно мне теперь посмотреть, что здесь у нас происходит? Ух ты, смотри, какие монеты. Но, слава богу, здесь мы с тобой можем зарабатывать гемы. А можно посмотреть на шмотки? Есть новые? Так, друзья мои, вот что у нас новенького появилось. Вот было у меня последним. И пошло-поехало. Маргерштерны. Понятно. Пиявки. Слушай, это, по-моему... А, ну, типа, как у меня оружие, только, видишь, идут, типа, ножами. Что, изящный посох, бред какой-то. Клыки дракона. Зазубренная глефа. Кукри. Когти живодера. Закаленные саи. Так. Изумрудные резцы. Острая катана. Эх, а сколько курс-то тут? Слушай, ну курс, в принципе, приемлемый. Посмотри, у меня с тобой, ну, 1000, да? А здесь, например, стоит 336. Вот эти вот маргерштерны. 450 гемов, вы смеетесь надо мной, что ли? Слушай, а броню там с тобой еще... Ох, ё-моё, мантия патриарха. Восточное облачение. Гладиаторский доспех. Кираса восхода. Адамантитовая броня. Кираса защита. Ой, ребят, у меня уже слюна текет. Доспех гадюки. Блин, прикольно смотрится. Нагрудник силы. Да, краса... Ой, ё-моё. Гексапод. Сумеречный шлем. Второе дыхание. Шлем стража. Крепкая каска. Адамантитовый шлем. То есть здесь можно собрать сет. Маска ужаса. Шлем превосходства. Ну я не знаю, ребят. Ох, ё-моё, ударная волна. Огненный всплеск. Ну и что же нам с тобой приобрести? Вот скажи мне на милость. Ну, во-первых, нужно брать ударную волну. Я даже не знаю, что она делает, но покупать ее, наверное, надо. Купим. А, заточка идет тоже. Понятно. Так, друзья мои, давай что-нибудь решать по оружию. В принципе, меня острая тонфа очень даже устраивает. Очень, ты понимаешь? Так, сколько тут? 947. Может быть, заточить нам все-таки, а? Давай, наверное, я заточу. Слушай, а эти монеты я могу зарабатывать? Давай посмотрим, мы же с тобой монеты должны же как-то где-то зарабатывать эти, да? Да, вот они. Победи демона рысь, чтобы сломать печать. Есть дуэли. Угу. Ну давай сходим на турнир. Так, я сейчас... А это у нас пройдено, да? Выполнено, да? То есть ничего здесь не будет нового. То есть вы хотите сказать, что мне потом надо будет... Или как? Или не надо будет мне проходить опять врата? Титан, ё-моё. Ну что, пойдем сходим на турнир. О, старые человекоподобные обезьяны здесь у нас. Сейчас мы посмотрим, что мы здесь вообще из себя можем представлять. Ну, обезьяночка. Нет, братюнь, только не сейчас. Не в этой жизни, согласись. Ха. Интерлюдия, блин, это чтобы дойти до интерлюдии, нужно опять всех боссов победить. Блин, трындец. Ай, опять мучение. Я надеюсь, боссы здесь не будут еще усиленнее, чем они были до этого. Особенно Сёгун.
Да и вдова, кстати, тоже. Нервишек меня попила, будь здоров. Ну что же, мы выиграли с тобой эту обезьяну. Деньги заработали, но этого недостаточно. Дуэли. На дуэли тоже нужно идти. Слушай, а давай посмотрим на рысь. Опять ты? Собираешься открыть врата еще раз? Нет, только не это. Я просто, ребят, хочу посмотреть. Чтобы посмотреть, нужно опять пройти телохранителей. Ну давай глянем. Понимаешь, тут еще не показан режим сложности. Куда ты ко мне так подошел близко, парень? Держись от меня на рас... Что? Ты... О, друзья мои. Я уже, кажется, понял, что... Тут лучше не шутить. И ты это прекрасно видишь, да? Как у меня отнимается здоровье и как отнимается... Ого. Ты видел, кстати, как сработало дерево? У меня восстановилось немножко здоровье. Там сколько? 20%, по-моему, да? Заново. Да нет, заново, наверное, не стоит, мне кажется, идти. А что я делаю-то? Нам нужно купить с тобой броню новую. Конечно же. Новую броню нам нужно с тобой приобретать. И это будет... Вот. Мантия патриарха, да? Да, приобретаем. Ох ты, как я выгляжу, а? Красавчик. И нам нужен шлем на 38 уровень. Это будет у нас... О! Гексапод я беру, ребята, за гемы, но я беру его. Я его взял. Так, по заклинахам надо копить. По металлочкам, что у нас тут с тобой получается? Вот, да? 210. Да ну, не буду я пока тратиться на это все дело. Единственное, что вот это, наверное, улучшу. И вот это. Может быть, нам вот это приобрести, а? Просто хотя бы глянем, как они себя ведут, эти Моргенштерны, в бою. Ну что, пойдем попробуем хотя бы первого телохранителя победить. Там уже будет у нас кирпич еще. Шин. Труба дело, конечно. Труба. Ну. Хорош, парень. Нет. Это, ребят, не мое оружие. Вот сразу тебе говорю, не мое оружие это. Урона мы стали получать в разы меньше. Я прям вижу. Ну вот эти вот Моргенштерны, что-то как-то они не особо сильно бомбят. Иди отсюда. Так, вырубили мы, короче, этого шина. Дальше мы переходим к кирпичу. Погоди-ка секунду, а чтобы... Чтобы подраться... Да нет. Вы серьезно? Я должен всех сразу сносить? Это я должен со всеми тут сразу подраться, чтобы дойти до рыси? А если я проиграю, мне все заново придется... Даже не успел ничего про... Слушай, ты достал мне кирпич. Ненавижу я оружие вот с такими вот, ребята, комбинациями. Вот с такими долгими. Просто ненавижу. Но кирпич уже получает намного меньше урона. Намного, ребята, меньше. Это прям вот чувствуется. Все, по-моему, меня тут распечатают. Значит, делаем вывод только один. Что мне надо здесь прокачивать уровень. А как его прокачаешь, этот уровень? Не-не. Давай посмотрим, неужели я начну действительно с самого начала? Заново. Твою же маковку. Друзья мои, вот теперь мы с вами зависли. Конечно, я сейчас не буду даже стараться, потому что, ну, я не смогу здесь их всех завалить. Тем более этими булавушками. Я лучше, наверное, возьму все-таки свое оружие. Ладно, если я даже смогу победить кирпича, этого шина. Но рысь вот этими вот
пукалками вряд ли у меня получится забомбить. Да и к тому же надо затачивать и броню, и магию, и все. Я так магию, кстати, еще не глянул. Давай посмотрим. Вот она как действует. То есть мы какой-то с вами выпускаем веер или что-то типа того. Блин, а еще и с саями будет баба. Ой, расколбас мой, расколбас. Офигеть, вот тебе и интерлюдия. Кирпич. Ну ты видишь, да, дамага вообще никакого. Понятно. Они уже здесь имеют заклинание, да? Хотя не должны даваться нам после отшельника. Ненавижу я этих моргенштерных. Вот хоть что-то говори, но я их ненавижу. Не нравятся они мне. Терпеть их не могу. Это вот ихняя вот эта вот комбинация. Хорош. Получил. Так, давай магию. Промахнуться надо было еще вот так вот, конечно же. Ой, зря раскрылся. И еще раз зря раскрылся. Нет, нет, ребят, надо отдыхать. Надо отдыхать между жесткими боевые шрамы. Спасибо. Надо идти отдыхать. Надо что-то другое поиграть, немножко развеяться. Иначе будет подгорать жестко. Можем пойти на дуэли, можем пойти на турнир. Да. Ну и, конечно же, фарм, ребята. Ну, тут... Хотя можно здесь пойти. Уровень сложности легко. Плюс у нас, опять же, бархат. То есть, чтобы победить всех телохранителей, да? Чтобы их завалить. Нам нужно с тобой получить максимальный уровень от того, что мы можем... Прокачать при этом все наше оружие. Верно? И только тогда у тебя будет, наверное, шанс победить. Ну что, бархат? Я знаю, знаю. Тебе тяжело. Мне тоже тяжело будет, поверь мне. Так что тебе, можно сказать, еще повезло. Так, тут надо два раунда играть. Но 400 монет интерлюдий, мне кажется, лишними уж точно не будет. О! А если мы с тобой прокачаем нашу магию? Кстати, вот эта магия мне чем понравилась, ребята? Она очень быстрая. Очень быстрая. 434 монеты мы с тобой заработали, да? Слушай, а если я поменяю обратно на свое оружие? Как-то это повлияет? Дай-ка я верну свои тонфы. Так, одеть. Одеть и... Ну да, до сих пор еще уровень сложности легко. Ага, и здесь у нас стервятник. Стервятничек. Кстати, я не посмотрел, у нас там уровень с тобой копится за прохождение вот этих вот боев или нет. Да должен, по идее. Хорош. Да ну. Ну-ка. О, друзья мои. Все идет как надо. Все идет по плану. Ну все, ты меня запарил, парень. Да ну хорош ты. Ну что я достал, а? Ты что-то раздухарился, я смотрю, парень, вообще не на шутку. Первый раунд за нами. Вообще приборзел, я смотрю, в корень, просто в корень. Такие шустрые, такие ловкие, да? Поехали. Не надо. Просто накумарил его, ребят. 439 монет еще в копилочку плюсанулось. Так, уровень сложности нормуль. Это у нас железный. Типа татуху набил себе, да, на спине. И думает, что он теперь пули непробиваемый. Блин, он с кастетами. Ага. Погнали. Так, стопы, стопы, стопы. Ать. Надо же было промахнуться-то. Ну что, щегленок? Не надо делать вот этих вот. Готов. Ушатали мы этого хламона в плане раунд 2. Я же... А, это же первый бой только был. Сейчас давай попробуем сразу заклинаху. Очень быстро срабатывает. Слушай, меня заклинание это вполне устраивает.
Если ты хочешь знать мое мнение, то очень даже классно. Ну и что ты тупишь? Вот начинается. Ребят, вот когда начинаешь выпендриваться, что-то какие-то там удары делать или еще что-нибудь, начинаешь всегда проигрывать. На! Твои налево. Ты смотри, что он делает. Я профессор Железяка. Валяйся. Железяка, фигово. Так, ну что, 450 в копилочку еще упало, и у нас уже 1383. Уровень уже скоро. Так, поражение при выходе за ринг. Слушай, смотри, тут минимум и максимум. А, ну я понял, ребята. Это то есть не имеет значения, сколько мы телохранителей там пройдем, да, мы получаем с вами какой-то определенный минимум. Если же проходим полностью, то получаем максимум. Угу. Так, уже сложно. Уже сложно. Что ты, жало, облизываешь жало? Ну и язык у тебя, ё-моё. Надо его немножко укоротить. Чё, поехали. А? Опа, опа, опа. Ты смотри, я значит, не попадаю. А эта девчулечка может все. Зачем надо было выпендриваться, объясни мне. Нет, ребят, лучше по старой традиции. Быстро и легко и безболезненно обычными ударами. Ну, естественно, с бросочком и заклинах. Все. Чтобы не было вот этих вот лишних нервотрепок. Понимаешь, да? Чтобы все было у нас с тобой Опа, девчуля. Харе. Харе, родная моя. Опа! Хорошо пригрела, да, гадюка? На груди. Я уже думал, что... Кстати, я давно не замечал, что мы с тобой хотя бы оружие выбивали. Что-то они очень крепко за это все держатся. На, лови. В плане. Я только хотел заклинаху применить, она взяла и перебила. Ну, за это она, конечно же, и поплатилась. Так, 460, да? 467 монеток еще в копилку. Дальше идет сложно. А у нас с тобой... Почти 2000 таких монет. Почти 2000. Ты ценники тут видел? Ну, вот это, например, можно было бы взять. Вера. Ай-яй-яй, красота какая. Ну вот катану я не хотел бы взять. Ладно, ребятушки, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закруглимся. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Что-то, если честно, я боюсь даже возвращаться обратно в оригинальный Shadow Fight 2 и играть в него дальше. Как бы вот тут мне хватило, что я тут насмотрелся. Но тут, как ты понимаешь, все ускорено, убыстрено. А там это будет вечность. Ладно, увидимся с вами скоро.